Около 40 лет работает в Калининском доме культуры Галина Петровна Гогина. После окончания Краснодарского государственного института культуры была принята на работу руководителем хореографического кружка, а через некоторое время назначена на должность руководителя и балетмейстера народного ансамбля танца. Галина Петровна – представитель творческой танцевальной династии. В 50-е и 60-е годы прошлого столетия танцевальным коллективом Дома культуры руководил ее отец Петр Ефимович Мартыненко. В этом ансамбле танцевала и мама Раиса Яковлевна. Многообразна творческая жизнь хореографического объединения «Танок». Народный ансамбль знают и любят не только на Кубани, но и за рубежом. Коллектив осуществляет активную концертную деятельность, пропагандирует кубанский танцевальный фольклор. Ансамбль – постоянный участник конкурсного и фестивального движения не только на Кубани, но и в России, в странах ближнего и дальнего зарубежья. Свое искусство юные калининские танцоры демонстрировали в Италии, Польше, Турции, Бельгии, Австрии, Венгрии, Франции, США, Великобритании, Испании, Греции, на острове Кипр, Тайване. Среди участников коллектива ведется творческая, учебная и воспитательная работа. Около 30 выпускников ансамбля своей будущей профессией выбрали хореографию, работают руководителями хореографических коллективов, а также артистами профессиональных ансамблей. За заслуги в области развития самодеятельного хореографического искусства, эстетическое воспитание молодежи и пропаганду традиционной казачьей культуры Галина Петровна Гогина удостоена почетного звания «Заслуженный деятель искусств Кубани».